Эй, йоу, сегодня хочу показать вам канал Спекса. Я уверен, на моем канале есть люди, которые смотрят и играют в CSGO. И этот парень тоже снимает CSGO. Да, возможно, оформление превью не очень, но может быть стоит посмотреть, что внутри. Понятное дело, он только начинает, и чего-то крутого там не стоит ждать. Но опять-таки, все мы начинали, и всем нужна поддержка. Не нужно срать, просто зайдите, посмотрите, может быть вам понравится. Может быть вы ему дадите совет, что можно было бы исправить, как улучшить качество видосов и прочее. Короче говоря, не пропускайте его мимо своего внимания. И просто посмотрите. Ссылка будет в описании. Всем здорово, с вами тот самый опаснейший Феликс. Давно у нас не было мини-геймов, вы что-то говорите, что я куда-то ушел? Хотя я просто увлекся новой рубрикой. Странные вы какие-то лайки не ставите, а просите. На последнем ролике с, так сказать, веселым монтажом набралось всего лишь 800 лайков. Я специально не напоминал ничего про лайки. И результат вы видите. Я не понимаю, почему вам так сложно поставить лайк. Я на один ролик трачу очень много времени, а вам поставить лайк это просто вот... И вы все равно не ставите лайки, и поэтому я делаю вывод, что вам это не нравится. Так вот, покажите лайками и комментами, что вам это нравится, и тогда я буду делать это чаще. Просто вас не поймешь. Просто взорвите этот ролик лайками по максимуму. Поделитесь с друзьями, напишите комментарий, колокольчик в конце концов нажмите. Ну и понятное дело, посмотрим, что будет. Ну а что сегодня будет в ролике, вы увидите дальше. Короче, не будем медлить и просто погнали! Неужели началась игра, чувак? Вау! У меня есть братан-тигр, который будет мне помогать тащить в эту игру. О, ты шо, аккуратнее там. Так, мне нужна алмазная кирка. Да шо ты там взрываешь? Мне нужна алмазная кирка. И у нее нет у меня ее. Ну, естественно. Ага, 3 алмазных топора и ни одной кирки алмазной. Да серьезно. Моего братана херачит. Так, надо вернуться. Я только одного не понимаю, почему мой зомби хрюкает. Короче, сейчас минус их зомбак. А, пацан, да? Пацан, значит. А почему он не выстрелил? Урод, а. Он там еще броник зачаровал, что-то круто выглядит, да? Так, ну чувак, я тут круче тебя повыпхаюсь, как бы КПС 20. Опа. Ха-ха. Давай, давай, девочка, иди ко мне, конечно, да. Тупая, тупая. Пацан тупой тоже еще один лезет, что-то не знаю, зачем он это делает. У меня был спам. Был спам в кл. За что? Пока, пока, давай, давай, ударь меня, ударь меня, ударь. И это твой удар? Вот это удар. У меня тиммейта даже нету. И как я его завалю? Еще надо бежать мне до него. Я даже не рядом с ним спавнюсь. Школьник! Ой, топор. Классно, да? А дадут мне ли сегодня алмазную кирку? Не, давайте еще один. А, еще один топор. О-о-о. Мяу, ёпта. Так, ну все, пора бы нападать, мне задолбался, я все копать здесь, блин, копатель настоящий. Все, капец вашему зомбаку, так сказать, минус пацаны, зеленый, так сказать, опа. Акула про, ёпта, это что за говно? Чё-то он какой-то задрот, блин, иди нахер. Ля, килауру выруби, вы какого хера на меня напали? Я не понял, а где мой тиммейт? Ну ладно, пацаны, чё, я еще раз нападу, а мне же не сложно, а. Вот этот пацан... Что это за говно? Я его ударить не могу, ёпта! Ну ёпта... У него килаура даже на своего братана работает. Короче, единственный выход. Просто стрелять в даунского зомбака. Смотрите, он меня спиной даже будет херачить. А, он упал. Все, красава, сдохни. У меня есть время, чтобы нахерачить их зомбака. Опа, опа, опа. Вот этот пацан вырубил килауру или что? Все, сдох, пошел нахер. У него на своего зомбака килаура работает. Ну что это за говно? Ну ушел нахер, ну я не могу, блин, с такими играть. Ну что это такое? Килаура работает на его зомбака. Смотрите, на меня не работает. На меня не работает. Сработало. А вот против тебя я буду с луком идти. Пошел нахер, ты червячок. Пошел нахер. Я сказал, пошел ты нахер. Понимаю, понимаю. Крутой, крутой, крутой. Сука. Ой, кто тут... Ну, естественно, а как же без этих даунов, а? Как же тут без этих даунов обойдешься-то, а? Я думал, нормально поиграю. Думал, все будет хорошо, но нет. Как же без них? Ага. Все так просто. Ну да, естественно, эта свинота опять ко мне прибежала. Опять как-то херачит моего зомбака очень жестко. Вот это говно, да? Так, понятно все. Все понятно с тобой, урод обоссанный. Ну, желаете нахер пойти. Понял? Бл... Вы... Что за говно? Не-не-не-не-не, я так играть не собираюсь. Что за конь? Че, блин, скачал читы крутое же? Боже, мне надо просто один раз попасть по этому дауну. Все, сдох уже. Давайте внимательно посмотрим, как он будет убивать других. Ой, по воздуху уходит. Ути, батюшки. Пока у меня есть шанс завалить этого дауна, пока он валит других, я завалю его. Их как раз-таки валят. О, нет, этот даун здесь.
Капец, блин, а ну что это такое, блин? Их двое, два читера конченых. У них даже Килаура на зомбака работает. Они херачат друг друга, я не понимаю, странные какие-то люди. Боже, у них даже Килаура друг на друга работает, ну... Упади нахер, да, сдохни. Сдохни, почему он не херачится? Шо это такое? Урод! 6%. Какие красавцы, а ну просто лучшие. Им так не насрать на своего зомбака, они такие крутые, блин. Вот смотрите, прям у него на глазах завалю сейчас зомби. Пока лох. Просто пока лох. Ля, опять ты пришел, ушел отсюда. Ушли, я хочу убить вашего зомбака. Они меня убили в конце. Поднимите глаза. Блин, опять он херачит ко мне. Как ты меня увидел так быстро? Пошел нахер. Пошел ты нахер, козел. Куда лезешь? Куда лезешь, я тебя спрашиваю? Куда лезешь? Вон тебе минус твой, зомби. Куда лезешь? Хера! Как ты ускорился? Ёпта, это... Страшный человек. Уберите его от меня. Уберите это читер. Почему так читеров много? Ушел. Ля, ну шо? Ушел нахер, говнюкан. Он подрубает и отрубает на секунду. Ну, сука. Что это такое? Сейчас смотрите, как ускорится и за мной. Он меня сейчас догонит, смотрите. Уже догнал, считай, смотрите, уже догнал, да? Ой, непонятно, а как он меня догнал? Урод обоссанный, иди сюда. Я тебя даже без читов в комбо завожу. Понял? Прошу прощения за излишнюю бомбежку. Ну, гандоны, да? Ой, 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 смотрите. Все нормально, они честным способом победили.